Fifth Company, this is the moment of truth. You will not fear. You will not falter. You will not give a single step to the enemy. But, sir... If you will not serve in combat, then you will serve on the firing line. Enemies of the Imperium, hear me. You have come here to die. The Immortal Emperor is with us and we are invincible. His soldiers will strike you down. His war machines will crush you under their treads. His mighty guns will bring the very sky crashing down upon you. You cannot win. The Emperor has given us his greatest weapon to wield. So make yourselves ready. We are the 1st Cronus Regiment, and today is our victory day. Приветствуем всех. У нас теперь вот эти вот с нами. Death has come for you at last. The Necrons are here. Drive them back to their tombs, men. It is your men who go to their tombs, Governor. Да. Ладно. Ждемся. Ну, план достаточно прост. Вот этих вот ребят призвать и переманить на нашу сторону главный козырь Имперской гвардии. Правда, подождать придется, конечно, изрядно. Впрочем, как обычно. Ну, лорд позаботится о всех, надеемся. Ну, уже потеря. Да ладно, серьезно? Кто? Где? А, здесь. Как они там-то оказались? Так, лорд, займись. No matter the cost. Да что вы там забыли-то, а? Да-да, вы вас ничего не пытался провоцировать сейчас. Все, успокоились. Только не будем на это надеяться. В смысле, не вмещается? Да, не вмещается.
take it back from the men. Sir, yes, sir. Мы с тебя двоюсти, мы еще даже не нападали. Так, хорошо. Сразу сюда. Так, пробуждение. Тут не втиснуть. Так, библиотека будет где-нибудь здесь. В этой гвардии и дополнительным ресурсом мы можем не отвлекаться от развития. Все еще строят, это как так? Так, ну в целом вроде бы все, что необходимо. Значит, можно... И в принципе, чтобы подкрасться, возможно, будет неплохо использовать вуаль тьмы. Точнее. Да, вуаль тьмы так и называется. С другой стороны, один псайхер и этот план пойдет под откос. Но попытаться лишь не будет. А ребята-то кровью истекают. А, немножко не хватало. Так, ну попробуем вот так быть вот здесь вот местечко. Да, оно еще не укреплено, оказывается, было.
We fight for the Emperor, men. Take them down. Так. Ага, контур. Хватает. Ладно, пусть пока один. В теории его хватит. Stop them!
Pirate solution potted. Now you will see what it means to face the Imperial Guard. Artillery, open fire. Так, о, выбили, оказывается. Сюда. We must disrupt this attack. Tell the Vindicare Temple to eliminate their commander. One chance is all I need. Ну-ну, ты его сначала найди. Хотя ведь можно найти. Так. Забыли укрепить. Хорошо. Ты не вес. Второй должен быть еще. Да. Выдвигайтесь. Ого. Так, не забыть. Здесь еще ломаю. Ага. Хороший гранатомет. You won't take Victory Bay that easily. Спокойно. Так, где? Сюда. Мы видим псайхер. А, или они сканер не использовали. Отходим.
Угу. Хорошо. Men, take them down. You won't take Victory Bay that easily. Уничтожили один из отрядов. Так, хорошо. Ну, попытаемся прокрасться. И да, забыть здесь же. Турели. Но попытка не пытка. Стазис поля. Look out! Here they come! Second mechanized company! The enemy is at your doorstep! Push them back, damn it! Что? Да ладно! Такой план обломали. Ну вот. На куда вы топали? Move out, men! Не, ну это, конечно, был облом. Я-то надеялся повеселиться. А, тут еще и выбили, оказывается, одну из строительных. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот специально, когда назначал туда точку сбора, подумал, как бы не забыть потом меня оттуда убрать. И что мы сделали? Конечно, забыли. Да куда ты там встал-то, дубина?
Давайте сюда. С этой стороны попробуйте напасть. Потому что выбор либо ютиться вот в этом перешейке, либо получать штрафы здесь. По идее, разницы особо нет. Ну и где лорд шляется? Я не понимаю, она включена? А зачем на нее включать в принципе? Вроде ни штрафа нам не дает. А, нет, понял. Это нам, простите, должны показывать, если вдруг лорд ранен, что она отключилась. Хотя, с другой стороны, мы это увидим визуально. Ребята, отойдите. Push back the front line, men. We won't let you down, sir. Куда его понесли? Давайте отсюда. А, нет, здесь нас сломали здесь, ладно. Sergeant, get me control of those streets. By the Emperor, you will have it. Так, вперед. А вот я не знаю, что это само не останавливается. Но, в принципе, наверное, было бы слишком легко. Ну или слишком сложно для их противников. Так. Вперед. Чинить.
Да уж, как ни крути, вот у некронов контрольные точки, это просто... Это та еще уязвимость. Ну и хочется, что укрепимся и вперед на мины. Ну, точнее, под артобстрелом, но все же. С другой стороны, в теории, если вот если удастся выбить быстро вот эти вот турели, и здесь не будет псайкеров, за счет одной невидимости, возможно, сможем разобрать. We must disrupt this attack. Tell the Vindicare Temple to eliminate their commander. One chance is all I need. Но, видимо, предыдущий где-то все-таки провалился со своим шансом. О, а вот и снайпер прибежал. Ну, поползли. Алло, лорд. Где? Заправиться? На передовую. А ничего, что вообще противотанковое орудие? Ну, в смысле, в принципе, противо... Материальное, наверное. Ой, прячься. Да вы издеваетесь, а. Вот опять не могут два шага сделать. Ну, конечно, куда угодно, кроме как по цели. Take it back from the men. Sir, yes, sir. Thank you.
Ну, почти же. Хорошо. А, теряли. А, вот почему нельзя привязать автопочинку производить постоянно? Серьезно? То есть даже орудия не достают. Я в восторге. Ребят не трогают, пока не чинят. Enemy has knocked out second company's fire control system. Our air support is gone. Так, восстанавливаем. Восстанавливаем. Здесь не дошли. Подремонтировать. Так, нам нужно заходить в стратегическую позицию. Опять. Да. Send a platoon to secure that location. Executing your orders, sir. Доберется ли? Попробую сходить, вдруг что получится. Так, нигде не прохлаждается еще. А, вот двое. Давай-ка сюда. Ну, а ты сюда. О, кстати, они же мины видят. Этим можно будет воспользоваться. Хотя у нас тут лорд тоже видит мины. Так, прекрасно. Странно, что целое здание без каких-либо модификаций просто необходимы для пробуждения.
вроде норм. Отходите. Угу. Уже предчувствую, да? Ну вот. Мы успели поставить уже эту проблему. Эх, вот полягут же все. Просто потому что не смог нормально протиснуться здесь. Больше одного ты не можешь ремонтировать. Хорошо. Ну, вперед. Лежать, бояться. В смысле, что не дотягивается? Вроде. Какой же он тормоз? Так, ну артиллерия на тебе безопасно. Какая контратака? Вы о чем? Где? А, тьфу ты, нигде. Мы же возвели обелиск. Ой, обелиск. Монолит еще один. Так, стало чуть спокойнее. Вперед. Ну, по идее, вот тут уже вообще без каких-либо проблем. Если уже здесь сумели. Более-менее непринужденно. Liberators, the enemy has made it to the northern shore. Redeploy to drive them back. Sergeant, get me control of those streets. By the Emperor, you will have it. Етить понабежала. Давайте так.
они требуют. Не, просто набегает, набегает. Смотри, да, это один. Хорошо. We must disrupt this attack. Tell the Vindicare Temple to eliminate their commander. One chance is all I need. О, прямо здесь появился. Вообще не думаю сейчас отслеживать. Да, достаточно дальше что-нибудь убить с расстояния, которое не раскрывает их невидимость. А вот палево уже пошло. Ну-ка назад. Лорд, придется тебе пострадать немножко, что поделать. Ты.
Хорошо. Ну, вот этот Алпин пусть идет сюда. Она, скорее всего, ничего не добьется. Но хоть отвлечет. Пока мы начнем продвижение. Стоять, лорд, ты идешь впереди. А что так пустынно? Ого, как быстро наших уже вынесли. А, ну, в принципе, вот, потому что вот это вот так и уничтожили, хотя я приказал уже давно по ней бить. Так, бесконтрольная толпа. Давайте-ка сюда. Ой, да ладно. Так, а ты посмотришь, что здесь, построили уже или нет. Да, к сожалению, построили. Так, толпа сюда. Вот так вот. Ох, пока так валяют.
Хорошо. Так, сюда. On my command, fire the Titan cannon! Fire! Begin recharge! I want that gun firing again! Серьезно? Там часовой уцелел. Успеет перейти, конечно. Не, ну в принципе полпути уже преодолели. Правда, почему вот решили тут перестроиться прям под дулом. Серьезно. Где он? Что-то я потерял из этого комиссара. А, вот где-то. Они точно по комиссару стреляют, потому что тут нет ощущения, что они его просто игнорируют. Комиссар, come in! We have purged your bootlick, Governor. You will be next. Damn you, monster! Надо же. Впервые он вот так вот запросил ответ от комиссара, который пал в бою. Time for payback! Так, хорошо. Они пошли побегать, но может успеют дойти даже. Но едва ли их там что-то хорошее ждет. А, не все починено, но что поделать. Надо это орудие обесточить, так вот зря вот эти вот ребята сюда не пролезут. Так, стоять.
We must disrupt this attack. Tell the Vindicare Temple to eliminate their commander. One chance is all I need. The Titan Cannon power grid is under attack. Redirect fire to protect it and initiate repairs. I will ease the machine's pain. Just keep it online, Tech Priest. Устречи нет. I am under attack! Protect those generators, men. Protect those generators, men. Time for payback. Ребят, вы торопитесь, вас только что разнесли. Protect those generators, men. Protect those generators, man. Да ёма. А чё они там застряли-то? Ой-ой-ой, не-не-не-не-не, блин. А, ошибочка вышла. I am under attack! Protect those generators, men. Я, конечно, помню, что уничтожение вот этой структуры ничего не дает вам еще. Protect those generators, men. Да, что ж они так торопятся, а? I am under attack! Protect those generators, men. Там, блин, даже воины Некронов сложились. Они думают, что победят? The power grid is gone, but the Emperor is still with us. Give them hell, men! Надо вперед. Или злорд пойдет напрямую, а вся техника в обход, да? Ай-яй, да ё-моё. Захватить можно, конечно. Но исключительно для проформы. Что?
Серьезно. Да, они пошли сюда. Хорошо. Знаешь, придется вот так вот. My lord, the enemy is building generators to feed power to the Titan cannon. This will allow them to fire the great gun. Damnation! Attention all troops! The enemy has control of the Titan gun. Use extreme caution when passing through the trench. О-о-о, вот эта встреча. Лорд, лорд, ты где? Кому он пальнул-то? Рельсы. Так, восстановить. Восстановить. Да, интересно, блин, ну да ладно. Нам не принципиально. Так, вроде не пал. А все, в чем что-то? Не успели уничтожить танчик. Я не понимаю, почему он нас видит? Говорите уже этих злобных телохранителей в бесчисленном количестве, а? Наконец-то успокоили танчик. Забавно, но раньше ложили другого. Но...
Блять, я отъехал. Ну, шустрее, шустрее, блин. Что со все такое тормознутое? Четвертый отъехал, зашибись. Давайте уже. Как они увидят, блин, я вот вообще не вижу здесь псайкеров ни одного. Но они, блин, видят его. Нет, вроде нет турели здесь. Да почему они его видели? И опять телохранитель. Ну вот как же это бесит. Вот, они тупо долго. Вот попросят они, наверное, превосходят даже некронов своих живущих. Просто вот выбешивают. Давайте так, потому что этих поднимать бесполезно. Они тупо просто передавливают мясом. Сразу новая волна спамилась. Точнее, хотел вот этих сначала прибить. Да ёпрасто. Арт пока это будет отжигать потихоньку. We must disrupt this attack. Tell the Vindicare Temple to eliminate their commander. One chance is all I need. Как они его видят?
остальные куда делись? Как же это их безлимит бесит. Вот казалось, вот один момент, ну подойдите, уничтожите ПНП. Из-за того, что они его не уничтожили, они все полегли, а потом уже мы просто не можем их передавить мясом. Я даже не знаю, вот, с одной стороны, вот просто, вроде нормально, правильно противник сделал то, что отвел Бейн Блейд и не позволил нам его уничтожить. С другой стороны, вот бесит то, что вот эти дебилоиды не смогли нормально его уничтожить. Опять она стеклись, ёпарас это. Все, прибежали суперпрочные солдаты, блин. У них здоровье фактически как у воинов некронов. Это просто... Да. Nah.
восхитительно. У нас спальнулся еще один. А мы, как обычно, понимаем, что мы уничтожили механизм, который, по идее, должен был их спавнить. Почему они его видят? These metal monsters back to the hell they crawled out of. So much fear, so much noise. Вот стоят же, что они так... Как можно в упор практически промахиваться, а? Кое-как.
Да ё-моё, какие же они прям издевательские, я сказал. Да пропустите вы технику. Которая вроде как не техника, но не техника. Ну все. Мы доказали, чей спам сильнее. Просто ждем. Longer. We can't allow the Titan cannon to fall into their hands. Overload the core. For the Emperor. Had faced Necrons before, notably on Lorne 5 and Verdus Prime, and it had cost the champions of man dearly each time. On Cronus, things only got harder, and when the Necron forces swept into Victory Bay, even the raw power of the revived Hellstorm cannon could not stop them. The Necrons showed cold contempt for the works of man as they murdered the last tech priests and guardsmen in Victory Bay. With none left to fear them and none left to die, they simply moved on to the next conquest. The remains of the great Titan gun they ignored altogether, even its mighty power, paling in comparison to the galactic genocide their gods demanded. Ну что ж, по факту все пошло не по плану уже, когда выяснилось, что нельзя захватить Бенблейд. Печально, печально. С точки зрения баланса понимаю, с точки зрения происходящего не сказать, чтобы согласен, учитывая, что у имперцев он спавнится из воздуха постоянно. Ну и потом вроде как чуть подкорректировали планы, все шло нормально, но из-за того, что не добили второй Бенблейд, до того, как наспавнился третий,
Ну, точнее, мы его добили вроде как до того, как третий наспавнился, но уже с большим запозданием, из-за чего понесли большие потери, не смогли на месте передавить спамом противника, пришлось давить собственным спамом. Короче, отвратительная механика. Но что поделать. Тем не менее, просто своим же спамом передавили. Хотя, конечно, в случае с некронами это спамом называть трудно. Они не спамят. Они приходят и просто уже их не вытянуть, если они пришли полным скопом. Ладно, в любом случае, на этом пока что все.